Сделки заключают через посредников. Их и задерживают, но бизнес все равно процветает. Покупателем являются люди из абсолютно разных там типов общества, да, так скажем. Это могут быть и как обычные люди, да, которым этот диплом нужен, потому что они в свое время его не получили для того, чтобы устроиться на работу. Так это могут быть какие-то люди, уже имеющие работу, но которым нужно там повышение квалификации, либо дополнительный диплом.